Всем ассаламу алейкум, всем доброго времени суток. Сегодня мы приготовим галету с абрикосами. Для теста 200 граммов маргарина, здесь 180, в принципе нормально. Одно мытое яйцо, стакан сахара 200 граммов, соль для вкуса, щепотку, сметану чуть-чуть добавим и разрыхлитель. Ну, соответственно, мука, маргарин. Яйцо, сахар, щепотку соли, сметану. Возьму вот столовая ложка, ну скажем, 1,5 столовые ложки. Немножко разрыхлителя, щепотку. Ну как вот, 1/2 чайной ложки. Начинаем вымешивать наше тесто. Соединяем все наши продукты. Добавляем муку. Вот такое мягкое тесто получилось. Отправляем его в морозильник. А пока приготовим наши абрикосы. Духовку мы уже включили. Нарезаем абрикосы. Просто. Ну, имеется в виду не... Ой, извините. Не мелко, имеется в виду. Вот сейчас вот где-то на 4 части. Подсыпаем рабочую поверхность мукой. Абрикосы мы подготовили. Начинаем раскатывать наше тесто. Раскатываем просто в круг и перекладываем на лист. Вот наше тесто переложили, где-то поправили. Сюда по центру добавляем немножко крахмала. Ну, вот здесь чайную ложку, наверное. И распределим. Крахмал у меня кукурузный. И выкладываем по кругу наши абрикосы. Вот мы вот так вот уложили наши абрикосы. И вот видите вот эти края. Мы сейчас будем их сворачивать. Но прежде чем сворачивать, нужно посыпать сахарной пудрой. Я советую сахарной пудрой, потому что сахар как бы больше жидкости будет давать, он будет течь, такая карамелька будет. А сахарная пудра, она очень даже не такое влажное будет тесто при выпечке. Просто посыпаем сахарной пудрой. Все. Теперь мы складывающими движениями... Ой, у меня уже тесто подтаяло. Вот чуть-чуть вот так вот. Прям нахлёст, видите? Вот просто складывайте. Вот берете и вот такую косичку. Вот видите, чуть. Вот у нас что получилось. Вот такая галета. И мы ее должны смазать желтком. Начинаем смазывать нашим яйцом. Я решила взять яйцо, хотя смазывают желтком. Отправляем в духовку. Ну, у нас пекет духовка 200 градусов до румяной корочки. Я чуть-чуть по краям насыпала сахар. Вот прям на тесто, видите, чуть-чуть. Покажу поближе, видите. Чуть-чуть сахар насыпала для красоты. Отправляем в духовку. Вот такая у нас галета получилась. Только что я ее вытащила из духовки. Очень вкусная, аппетитная. Посмотрите, какая она. Прям... вкусняшка. Вот такая вот галета. Давайте посмотрим, что у нас получилось в разрезе. Вот такая у нас галета. Она немножко, правда, теплая еще. Скажу честно, она еще у меня теплая. Желательно, конечно, дождаться, пока она вся остынет. Но нет у меня терпения. Вот такая вот вкусняшка. Посмотрите, как это вкусно. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки. Можете поставить дизлайки, если вам не понравилось наше видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем пока.